Народные избранники утвердили местные налоги и сборы для физических и юридических лиц на следующий год. Размер разового сбора при открытии магазинов, мест общественного питания, аптек, автозаправочных станций, складов в Григориополе останется на уровне прежнего года – 140 РОНЗП. По предложению госадминистрации сбор при открытии постоянных мест торговли продовольственными и непродовольственными товарами в селах района снизится на 30%. Депутаты это предложение поддержали. Данное решение было принято в связи с тем, чтобы как бы, в большей степени помочь желающим инвестировать свои денежные средства в развитие отрасли малого и среднего бизнеса, так как при анализе по сравнению с предыдущим периодом у нас в текущем году не было открыто так уж много предприятий и организаций именно малого бизнеса. В следующем году пользователи земель сельскохозяйственного назначения будут уплачивать новый целевой сбор. Плата за 1 гектар составит 7 рублей. Денежные средства будут направляться на содержание и развитие инфраструктуры сел и поселков района. Те, кто занимается обработкой земель техническими средствами, платить за патент в 2013 году будут больше. Был увеличен на 30 РОНЗП, это где-то 256 рублей на следующий год в месяц, по патентам, оказанию услуг по пахоте и других сельхозработ техникой. Потому что очень доходный как бы, вид деятельности, который сегодня взимают от 8 до 12 долларов с одного гектара за пахоту без ГСМ, а с ГСМ доходит и до 30 долларов. В следующем году по предложению госадминистрации будет снижена плата за предпринимательский патент для продавцов секонд-хенда, так как в основном это люди пенсионного возраста. Уменьшится плата за патент для тех, кто оказывает ветеринарные и зоотехнические услуги. По словам Натальи Погребан, делается это для того, чтобы привлечь граждан заниматься этим видом деятельности. Ирина Мишина, Олег Бахчеван, Первый Приднестровский.